Итак, начинается у нас. Начинается игра, дорогие мои. Так, если вы там что-то писали, я все провтыкал, потому что я занимался своими какими-то делишками. Беспалевными. А у нас с вами 125 FPS Лига. Октября 2014 года. У микрофона Элдору. И у нас пас против Нейтрино. Уже эти игроки играли сегодня. Играли свои игры против Фирза. Результаты я вам рекомендую. Просто настоятельно рекомендую вам посмотреть игру Фаза против Фирза. И, ну, Нейтрино против Фирза тоже достаточно... Интересная игра получилась. Вот. И посмотрим, что же теперь будет. Все норм в чатике. Артим на страже порядка. Красавчик вообще. Респект пуля. Молодец. 90 хп, 50-60, ладно. Армор у фаза, мега за ним. Неплохое для него начало. Будет он смещаться под красный. Через верх будет заходить. Давайте посмотрим, что из этого получится. Жадничает. Две пятерочки захавал. Воу, 150 хп остается у фаза после этой встречи. Не получилось у Нейтрино, ну, сильно дамажить. Получилось только не сильно дамажить. Зато весь шафт высосал. Приходится теперь фазу сбегать за шафтом. Неплохой подлов, сочка хп всего остается у фаза. До желтого еще долго, 5 секунд до красного. Будет ли наламываться Нейтрино? Наламывается. 60 хп и минус, отлично. Нейтрино-то красавелла, 50 на соточку. Вот это вот попадание. Вот это прям сочнейший фраг сейчас от Нейтрино. Грамотно сориентировался, под контроль здесь. И минус. Молодец. Мегас красным примерно в одно время. Теперь нужно понять, где находится оппонент. Нужно принести графону по ночам. Что? Не понимаю, что хочет этот человек. Ладно. 3-1. И практически 200-200 у Нейтрино. Хорош. Мигу будет забирать фас. Но можно здесь распаковать. 25 хп минус Нейтрино. Хорош. Верхний желтый за фазом, нижний за Нейтрино. 27 хп остается, на красный приходит фаз. А вы знаете ли точный тайминг красного фаз? Да, не знает, как мы видим. И вот на этом сейчас Нейтрино, в общем-то, и фраганул его. Потому что в тот раз забирал Нейтрино, и, соответственно, фаз не знал тайминга. Минус фаз. Хорош, 5-2, блин, нормально. $200 на $150. О, блин, я тоже торта хочу, нифига себе. 400 рублей за true механику, это true механика. $170 на $200, мега за Нейтрино. Подконтроливает фац. Воу, здесь неплохое нападение. Неожиданный момент для Нейтрино. Врывается фаз, здесь опасный момент. Неплохо раздамаживает Нейтрино, минус от него. Отлично, великолепно все здесь Нейтрино делает. Вымотал Ферзян абсолютно точно фаза. Хорош. Не так активно действует фаз, но это пока что. И все равно это фаз. И Нейтрино красавчик, что катает вообще малорик. Нет здесь попадания, 200 на 170. Блин, хватит, а иди, я есть хочу, негодяи. 11 часов. 200 на 200, Нейтрино.
5-minute warning. Сто семьдесят на 200. Кто играет сегодня, ребятушки, посмотрите, пожалуйста, в описании трансляции. Там есть, но по идее сегодня еще должен Cypher. Ну я ладно, скажу быстро. Нейтрино, Фас, Cypher и Филин. Это немецкий игрок. 140 на 170 нейтрино. В 4 фрага у него пока преимущество, но только половина карты сыграна. Хорош, минусует Фас. Добивает нейтрино, у которого был там слабый стек. Забирает красный, сразу же на желток. Ну, грамотно ориентируется, оно и понятно. Базуку, кстати, непонятно, почему не взял. Базука пригодилась бы. Однозначно. И пытается вытянуть сейчас на красный, чтобы нейтрино спалился. Фирс Фас, Фирс нейтрино. Уже сыграли. Очень хорошие, интересные игры получились. Советую. Рекомендую к просмотру. Резкий такой влет от Фаза, но не знаю, чем это может закончиться. Ой-ой-ой, как хорошо попал нейтрино, но, к сожалению, последнюю базуку пропихнуть не успел. Минусует он сам себя, слабый стек у Фаза, но, да, вот полтишок вообще все исправляет. Нижний желтый будет за Фазом. Сорок на 100. На нежданчике здесь нейтрино нападает, нифига в себе. Не ожидал Фас. Но успевает он на мегу, самое главное сейчас для него. Нижний желтый он также будет здесь дожидаться. Воу, неплохо заходит в бочину. Минута 20. Неплохое преимущество у нейтрино. Вполне он может затащить, но нужно сейфовать, сыграть здесь. Девяносто хп у Фаза. Атакует, ну нет, он не успевает здесь уже явно. Два фрага, попытался замувать, и, кстати, неплохо получилось. Один фраг остался, кстати говоря. Не стоит нейтрино здесь сейчас недооценивать Фаза. Фаз атакует. Да ладно, 10 секунд до конца. Пытается нейтрино сбежать, но не получается. 6-6 счет. Блин, офигеть, 7 секунд до конца. Сейчас Фаз может наломиться, а еще выиграть прям тут.
Нет, это не получается. Он решает сыграть более сейфово. 2 минуты добавленного времени. Блин, нифига себе. Я просто был уверен, что нейтрино уже откатал, но нет, не получилось у него здесь до конца, так сказать, выиграть все сражения, которые ему требовалось. Ну и в конце практически убежать-то надо было. Особо много не надо было мудрить. Ну, посмотрим, что теперь из этого получится. Вот сейчас минус нейтрино, может быть. Нет, смотрите, неплохо разменялся. ХП остается мало у фаза. Сейчас может Мега вот это все решить. Обе аптеки будет забирать фаз. Мега, соответственно, достанется тоже ему. Ребяшки, на всякий случай не обновляйтесь. Может быть, это у меня проблема, но что-то на Гудгеймике 0 зрителей. Не, вон, нормально вроде. Ну, чатик читал, он что-то лагает. Поэтому он... Не, вроде норм. Да, ну, в общем, смотрите, аккуратнее. Иногда бывают некоторые траблы. Так, ну что же, фаст набирает здесь стек. Кстати, мега сейчас будет. Ну же, да, мега за нейтрино, красный. Можно ворваться. Можно ворваться, врывается, получает 2 базуки. И минус от нейтрино, красавчик. Yes, вот это отработочка, ребята, вот это молодец. Вот это то, что нейтрино с бейзом оттачивают на этих картах, понимаете? Вот это сейчас сработало. Вот прямо сейчас выстрелила эта фишечка, которую они сами придумали, понимаете? Чпэнкс, чпэнкс, и 2 фрага, уже не один. Даже если бы фаз появился бы рядом и минуснул бы нейтрино, все равно было бы время, все равно было бы преимущество в 1 фраг. Это ГГВП, молодец, нейтрино, красавчик просто. Павел, он в счете по картам, 1-0 в пользу нейтрино. Давайте смотреть, что будет дальше, очень круто. Майкер перестал следить за сайтом? Да нет, вы что говорите такое? Майкер продолжает следить за сайтом. Показателем этого является как минимум постоянные трансляции. Меняемся к лучшему. Что значит Майкер перестал следить за сайтом? Not bad, not bad. Да, вообще огонь. И вот этот фраг очень хорошо зарешал. Вы, я думаю, обратили внимание, что это было очень круто. Со стороны нейтрино очень грамотно он отыграл. Я говорю, вот это те фишки, которые вот они с бейзом оттачивают. Они же постоянно тренятся, постоянно мутят какие-то фишки. Когда пирожки от кухарки будем есть? Да не знаю, что-то он не делает пирогов нифига, блин. Слова, слова. А на деле-то где пироги? Совершенно непонятно. Так что за фишка-то? Ну... Ой-ой-ой-ой, блин, ребятушки, что замолчите? Фишка была, когда он на красном убил фаза и отпрыгнул в джампер, вот в это окно для джампера. Ну, не окно, вот в этот проход от джампера, и выпустил вперед ракету, и сразу же в продолжение этого подстрелил рейлганом на респе фаза. Что однозначно закрепило его преимущество и фактически... дало практически 100% победу. Конечно, берите на вооружение, но нужно исполнять его точно так же, как и нейтрино сделал. Вообще, я своей целью в трансляциях ставил именно такие вещи, вот чтобы игроки, которые играют на там, среднем уровне или на даже сильном иногда уровне, вот эти вот фишечки улавливали. Для этого и есть смысл смотреть стримы. То есть раньше смотрели демки, раньше смотрели HGTV, оно, по-моему, называлось, если я правильно аббревиатуру произношу. В которых, как бы смотря вот эти все игры, можно как раз было заметить все эти фишки, как игроки это делают, как они это мутят. Какая логика у этих игроков, понимаете? Ой, зря нейтрино сюда пришел, минус нейтрино. 4-0. Пока 4-0. HLTV, по-моему, нет. По-моему, на этом самом. HLTV это в Counter-Strike было.
только и слышно, как он это делает. Но Evil за ним, у него именно стиль игры такой особый. Хотя сейчас все к этому стилю идут, то есть я, ну, начал обращать внимание, что многие стали играть подобный Evil, то есть примерно так же, как он. Ну или, может быть, я просто на это внимание обратил. GTV, да, по-моему, он GTV назывался. Наш LTV это был Counter-Strike, а вот GTV, такие были сервера, там отдельный порт, ты на него законнекчиваешься. Вот, и уже оттуда смотришь. Про какой стиль я объясни? О-о-о, ребятушки хотят выигрывать всех. Вы обратите внимание на то, как он водит мышкой, и на то, как он мувинг делает. Какой мувинг, как, в каких ситуациях, как он что разыгрывает. Ну, это если в двух словах. Если в двух словах... Очень хитро. Хотя, наверное, не подойдут эти слова. Ладно, давайте вернемся к игре лучше. Просто будьте внимательны, смотрите за тем, как игроки, ну просто представляйте, какие клавиши они в этот момент нажимают, когда они останавливаются, куда они смотрят, как они переводят мышку, где они разворачиваются, где я там что и так далее, и так далее. Так больше никто не играет по стилю? Ну, нет, честно говоря, даже не знаю, кого бы вспомнить-то. Очень четко все у Эйвела. Ну, здесь GG. GG Forfeit, седьмая... не седьмая, а 7-0. Заговорился. Элдер обращает, вы тоже обращаете. Обращайте внимание, потому что это важно. Тогда вы все поймете, откроются все тайны Квейка вам. Так, а у нас тем временем Silence. Интересно будет посмотреть, как тут Фас играет. Даже не знаю, как Фас тут играет. 3, 2, 1. Ну нет, я думаю, ну определить прям нет, потому что тут вот спрашивают, смог ли я бы определить игрока по мувингу. Ну не знаю, не уверен. Вряд ли смог бы определить, потому что это, ну, я же не помню всех, кто как играет, на какой карте и как что делает. Ну, например, вот яркий мувинг, это яркий пример такого нестандартного мувинга, это, например, 4-2-1 Михаил. Ну просто, что он делает, как он колдует там с клавиатурой, вообще не понимаю. Может кнопки как-то подкручивать там по-хитрому, чтобы нажимать их, и все такое вот прям раз-раз-раз как-то непонятно перемещалось. Потому что, ну, в ТДМе, я думаю, вы замечали, что просто иногда в него просто не попадает. Ну как так вот, казалось бы, вот ну выстрелил на 100%. Ой, хорошо, здесь нейтрин зацепился сейчас. К сожалению, продолжал стрелять из рейлгана, и это была проблема для него номер один. Большая перезарядка, не попал, и, в общем, проблема. 4-2-1, просто эпилептик. Да нет, он нормальный парень. Его, бывает, трясет, он, типа, так много кнопок нажимает. Да нет. Какой он с руки джампом. Воу-воу-воу, кстати говоря, давайте вот так сделаем. А что, кому-то выдали что-то? Кто-то кого-то кикнуть может? Нет, никто никого.
Скулер, ты узнаешь про киджампом. Сайфера по убойным рокетам, а этого по двузначному преимуществу в счете. Как нику парни 4-2-1? Ну 4-2-1 вот так вот. 4-2-1. 4-2-1. Да, и какой же стрим. Фас уже 6-1 откатывает, тем временем нейтрино, к сожалению. Quake Life AU. Ну что, посмотрим. Кулера узнать или полосатого, ребят, ну это не, это не то все. Слушай, давайте вернемся, в общем-то, в игру. Нитрина здесь перебил контроль у нас, 6 фрагов, и на самом деле 6 фрагов вполне отыгран, смотрите, приближает. Через шафт запрыгивает там фас. Воу, и заминусовал он нейтрину. Жёстенько зашел там вроде бы и шотган. Но базука от фаза была жестче. Мегад идет сейчас появляться. Шаф законтролирует фаз, пытается спуститься вниз. Кстати, мог много дэмжа получить. Нейтрина забирает мегу. Ему сейчас уйти бы отсюда, на самом деле. Но красный даже не подконтроливать. И минус нейтрина. На 50 фас. Смотрите, фас не дамажил нейтрино, чтобы дойти до полтинника. Вот это хорош, вот это отличный мув. То есть он его не стрелял в него до того момента, как сам не забрал полтинник, потому что полтинник ему очень был нужен. Ну не то чтобы прям очень-очень, но и нейтрино он его не отдал, и сам схавал аптечку для того, чтобы восстановить хп. В общем, нормально все получилось. Минус от нейтрино, неплохо. Ну фас тут сам себя заминусал. Давайте переключимся на нейтрино, посмотрим, как у него там дела. Так, пришла какая-то инфа в скайп. Двенадцать-4 фас ведет. Налом от нейтрино. Огородами уходит фас. Ого, нормас, 12-5. Нормально, нейтрино здесь поджал фазика. Не дал ему просто даже улететь.
опасно наламываться. Забирает рейлган. Спешит поверху на Ретта. Кстати, можно сейчас успеть. Хорош. Мудрит, мудрит. Нейтрино нормально. 200-200 у него стек. Скоро мега. Попадание из рейлгана. Хорошее. Ой-ой-ой, сейчас мега будет. Не успевает на нее нейтрино, по-моему. Да, успевает. Красавец, фаст не знал тайминга. Нет-нет-нет, нужно срочно добивать его. Блин. Две минуты остается буквально до конца этой карты. Спокойно так нейтрино забирает красный. Мог тут на самом деле продамажить его фаз. Отличный обмен рейлган. Это очень важно. И здесь можно поджать фазы. Да, минус фаз здесь должен быть. Отлично, 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 отлично. Не останавливается. Почувствовал респ, красавец. Понял, где зарезался нейтрино. Нейтрино понял, где зарезался фаз. Здесь нужно тоже атаковать. Только атака сейчас, к сожалению. Ай-яй-яй, вот этот под контроль не вошел. Очень обидно. Двести на 50 проскакивает фаз. Запрыгивает нейтрино, попытался поджать на джампаде фаз, но не получилось у него этого. Ай-яй-яй, ушел, ушел. One minute warning. 80 на 100. Похоже, что не догонит, но близок, близок нейтрино. На самом деле очень хорошая игра против фаза. Прям. Не можешь найти видео со 104.2.1. Надо повторить старые записи по ТДМ. Это ТДМный игрок. GG. GG. 13 красных. Просел немного по красным. Да, это ГГ. Это GG.